Знаешь ли ты об арахисе столько, сколько о нем знал американский агрохимик 20 века Джон Вашингтон Каммер? Ну, конечно же, нет. Он порядка 300 патентов получил на различные изделия из арахиса. Производил масло раз. Так, а масло арахисовое? Красители два, угу. Косметику три. О. Хозяйственное мыло 4. Хорошо, может быть. Средства для уничтожения насекомых. Вот, замечательно. Кстати, вот говоря, какие американские фильмы не возьми, чего они с утра мажут на бутерброды? Пасту арахисовую, да. А умеют они ее делать в своей Америке? Нет, а что, умеют? Не умеют. У них она очень калорийная и опасна для многих людей. Давайте начнем с того, что арахис может вызывать лишний вес. Вот, хорошо. 60% жира содержится в арахисе. Прощай, арахис. Пока-пока. У многих людей арахис вызывает аллергию. Да, это я знаю, вот это я знаю, да. Это тоже печальная история. Но самая печальная история – это плесень. Ну, его же, когда из земли достают, он такой в земле. И что делают потом? Его промывают из шланга обычно водой, вот, и после этого высушивают. Но если высушивать сразу, это хорошо, а если он остается мокрым и какое-то время лежит, это плохо. Вот это вот плесень уже, да? Да, плесневые грибки. Ой. И вот эти плесневые грибки, они выделяют страшное вещество, которое называется афлотоксин. Так, причем, смыть что, водой уже никак нельзя, не да? Получится, вот все уже, да? Ничем. Более того, даже если вот такой вот пораженный грибком арахис его очистить, да, то все равно велика вероятность, что так вот этот страшный афлотоксин, что он все равно туда попадет. А вот, да. А, вот прям уже влетит, потому что споры, вот они прям летят уже. Да, это вещество попадает в наши клетки и нейтрализует там набор генов, которые защищают образование раковых опухолей. Ой, все, начинается. И в ряде стран, в Малайзии, в частности, в Индонезии, некоторое время была страшная эпидемия рака печени. Ой. Не знали вообще, откуда это взялось, то есть никто не мог понять. Вот. И в конечном итоге обнаружилось, что просто был арахис, на каких-то складах он там лежал, его намочило водой, потом его взяли, просушили быстренько и пустили в продажу. И огромное количество людей вот так-то отравилось. Ой-ой-ой. Все-таки вот моя нелюбовь, вот простите, но моя нелюбовь подтверждается. Ну и, кстати говоря, арахис не переваривается. Серьезно не переваривается? Вообще. Ну все, пока тогда.